последние годы фактор влаги и формирования нашего урожая является определяющим. Пока вот текущая такая плаксивая погода и умеренная температура воздуха позволяет максимально впитывать в почву талые воды, пополняя наши запасы влаги. Но нам очень важно ее сохранить и использовать на урожай. Выборочно района уже приступили к подкормке озимых культур и многолетних трав. На сегодня подкормлено 55 тысяч гектаров. На подкормке нашим традиционным силкам дополнительно будут задействованы около 30 самолетов и 80 пневмоходов –